У нас долгожданная посылочка. Двусторонний скотч. Как мы видим, это не маленькое реле, а довольно-таки крупное. То есть ни в одну коробку оно не войдет. Но мы попробуем его разобрать, посмотрим, что здесь можно откинуть, что можно оставить. Провода идут. В сравнении будет фотография с Broadlink реле. Параметры здесь следующие. Оно называется JLSS03, 110-250 вольт, 50-60 килогерц, 350 ватт, 10 ампер. 10 ампер — это довольно-таки много, то есть мы можем намного чего ее повесить. Давайте сразу подключим. Итак, давайте сделаем выводы после испытания этого реле. Ну, во-первых, сразу хочу рассказать о размерах. 6 сантиметров на 3 сантиметра. Ну, это уже более-менее интересно. Я попробовал
его вставить в наш самый глупый, самый обычный увлажнитель. Он туда отлично входит. Мы обязательно ближе к зиме это сделаем. Скорее всего, выпишем еще такое же реле. Ну, может, даже не одно. И поставим. Реле, в общем-то, ну, мне очень нравится. И, наверное, первую отметку мы сделаем вот таким образом. Я напомню, эти метки мы клеим на те приборы, устройства, которые... Наш канал рекомендует. Мы действительно рекомендуем это реле. Вот такая будет меточка. Работает в мехом, работает с Алисой. Никаких нареканий. Ну и самое главное, небольшое. 6x3. Изготовлено качественно. Кому интересно, какие тут еще детали есть, присмотритесь. Это кнопка выключения и включения. Это физическая кнопка. То есть мы можем и физическую кнопку использовать, нажав, и можем также в приложении это делать. То есть вот эта кнопочка у нас будет доступна на дне увлажнителя. То есть мы ее можем нажать. Там, кстати, можно поставить увлажнитель не только на дно, но еще и на бок. То есть кнопочка будет выводиться со стороны кнопок управления увлажнителя. Ну все, у кого остались какие вопросы по реле, задавайте в комментариях, обязательно отвечу. На этом все.